Головная боль часто связана с нарушением кровообращения. Как же улучшить кровообращение головного мозга? Очень просто. Голова напрямую связана с нашим тазом, бедрами, поясницей, крестцом. И если здесь произойдет расслабление, то расслабление происходит и в голове. Сегодня мы займемся сейчас с вами головной болью, которая локализуется в висках. Виски сдавливают. Для этого нужно стать ровненько, руки расслабить и сделать вот такие похлопывания по бедрам. Руки должны быть расслаблены. Немножко вниз, немножко вверх, немножко назад. Руки расслаблены. Вот, легкое похлопывание. И через какое-то время вы почувствуете, как эти места начинают разогреваться. Можно и вниз немножко опуститься, здесь, здесь. О, хорошо. Приятное, приятное такое ощущение. Тепло начинает идти, разогреваются бедра, разогреваются руки. Руки можно слегка еще потереть. И опять тихонько. Раз, раз, раз. Кисти расслаблены. Голова не брошена, а просто в свободном положении, удобном. Глаза могут быть даже слегка прикрыты. Локти расслаблены, бедра расслаблены. Периодически потереть руки, слегка похлопать, растереть и опять. Ноги слегка согнуты. Вот такое положение. Делать это упражнение можно немножко спереди, вот эти места. Особенно тогда, когда боль заходит не только сюда, но заходит и на лоб, на лобную часть. Тогда можно делать и вот эти движения. Раз, раз. Легкие такие похлопывания. Делать начинать можно с минуты, а затем можно где-то минут пять. Можно даже и больше, но... Хорошо, разогрев такой идет в бедрах. Приятный, приятный. Похлопывание. Рука должна легко падать. Раз, раз. Как тряпочка. Ой, состояние приятное такое наступает. Раз, 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 раз. Можно делать вот такие движения по очереди. Потом опять возвращаться к таким же движениям. Можно даже немножко до колен дойти. Колени слегка похлопать, такие движения. И в конце слегка вот так вот помассировать те места, которые болят. И вы почувствуете, как тепло пойдет. Тепло пойдет не сверху, а изнутри. О. Хорошо. Попробуйте, это обязательно вам поможет при головной боли в области висков и лба.